хоть раз держал в руках. Давайте. Давайте. Можете на шею повесить, меньше будет вестись. Итак. Так, что, включено все? Дайте я посмотрю, включил ли я. Да, включил. Идем сюда, я покажу скелетную прививку. Вот. А потом, хотите, и вас покажу. Ой, это абрикосные. Так, поехали. Смотри сюда. Это надо было на шею повесить, или у вас крепкие руки, а то меня трясутся уже. Вот это вот будет прививка скелетная. Вот. Постараюсь без лишних слов. Я на свой телефон. Постараюсь без лишних слов. В данном случае я прививаю персик. Смотрите. Так. Обычно одним движением, но скорее уже пришлось сделать второе движение. Так. Вот эта вода талая или дождевая, самое ценное. Вставляем. Ничего сложного нет, поэтому я всегда стараюсь научить, чтобы люди колхозчиками ехали. Ну ладно, вы приехали в настоящий питомник. Вы знаете, сколько питомников и интернет-магазинов присвоили мои фотографии? Вот с этих же деревьев. Около 200. Вот. А когда люди спрашивают, а покажите ваши фотографии, а они говорят, а у нас нету. Вот. Мы покупаем, а потом доращиваем. Вот. Ну, то есть, чисто 100% халтурщики. Нет, это даже не полиэтилен. Если будете сами поливать, используйте полиэтилен. Нет, не так. Полипропилен или полихлорвиниловую пленку. В данном случае вы видите полихлорвиниловую. Вот. Ладно. Кстати, все это я делаю на уровне, на границе порыва пленки. Почему? Чтобы как можно лучше совместить. Вот эту щель мы замазываем. Это варба горхова. Так. Ну, не совпадение диаметра, ну а что ж поделать. Когда второй бы вставить, не лазит. А чем толще вот эта часть, это называется скелетная ветка, вот тем лучше получается. То будущее, вы делаете до сухого движения, да? Да, вот смотрите, обратите внимание, вот это вот черный абрикос. Вы видели цветочные почки набухли? Он первый просыпается. Все еще все спит, смотрите. А он уже просыпается. То есть сокодвижение началось. А вот. А вы ориентируетесь.